Сегодня Натаниэлу ровно год и 4. Тинька, с днем рождения! Мама кусал! Кто кусал, так играючи? Кто кусает маму? Кто кусал? Ой, малышня. Год и 4. Натаниэл, тебе 16 месяцев. Ого, деловой. Ого, как ты умел попкой крутить. Покажи, как ты танцуешь. Танцуй. 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 Ой, танцуй, молодец. Молодец, как ты танцуешь, крутишься, да? Ой, смотри, не закружись. О, да, все, что ты умеешь. Бубух. Скажи, молодец, сыночек, все, мы поняли, все, садись, хватит крутиться, а то можешь упасть. Стой, все, нет, сам. Видимо, там такое лицо красивое имел. Сыночек и Васечек, Натенька, ну, на тебя смотришь и уже крутится голова. Натенька, ну, пожалуйста, иди сюда, в центр. Сейчас опять камера. Эй, чья попа? Жаб, скажи что-то. Как тебе живется? С Натаниэлом уже год и 4. Как тебе? Васик. Натанька, ну хватит. Ну все. Да, скажи, и Васик хороший. Обнимай, Васика. Говори, хороший. Хороший Васик. Нежно. Гладь его. Говори, Васик хороший. Да, жабонька? Да, мой хороший. Да. Давай. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on this farm he had some cows. Куда ты полетел? Да. Доброе утро, Васечек. Доброе утро, мой хороший. Наш любимый. Видно, что ты не вылазил, да? Со своей кроватки. Прям так же, как накрыла, я тебя так и пролежал. Ой, Натаниэл любит и Васика. Ой, как нежно. Да. Да. Это и Васика одеялка. Сейчас открою жалюзи. И светло-светло будет, да? Ой, как хорошо, да? Да, что это? Окошко? Привет, маленький мой. Доброе утро, Васечек. Доброе утро, мой родной мальчик. Мой самый нежный, самый хороший. Да? Да, Натаниэл? Топ-топ-топ, убежал. Убежал. Кто там? Кто там бежит? Топ-топ-топ. Покажи, как ты бутылочку сосешь. Вот так вот. Скажи, никогда не сосала, а тут решил пососать.
бутылочку, как в детстве. Скажи, я в детстве не сосал. Вот в этой полке тут все есть. Да, сыночек? Натынька? Покажи, как ты сосешь бутылку. Покажи, как бутылочку сосешь. Бери в ротик бутылочку. Вот так вот. Вот так вот, как маленький. Как маленький. И на маму, на маму. Вообще, на маму. Что это? Ежевика. Вкусно? Очень вкусно. Ням-ням, ежевичка. Еще попробую. Очень вкусно. Понятно. Пробуй клубничку. Это такая же ежевика. Натаниэл, кушай хорошо. На тебе ложечку. На, кашку. Каша. Каша, на, каша. Давай, мама, ручки тебе вытерет. Ой. Кушай кашу. Кашу. Давай, мама, так развернет тебе. Вот так, чтобы ты кашу хорошо кушала. На. Ложечку. Кушай. Ага. В ротик. Пробуй. Ням-ням. Ой, чувствую, не будет кушать такую еду, да? А мама кушает. У мамы точно такая же самая еда. Смотри. Точно такая же. И виноградик у тебя есть тоже. Вот он. Вот виноградик. Хочешь? Смотри, кусочки виноградика. Кушай. И мама кушает. Кушай, кушай. Кушай, кушай. Ежевика, пробуй. Она очень вкусная. Натаниэл, кушать надо. Понятно. Скажи, вот так вот я кушаю ягоды. В ротик, в ротик. Ого. Ты маму пришел звать? Ты хочешь маму пригласить куда-то посмотреть? Ты хочешь показать, какие цветы ты только что поливал, да? В общем, только что мы поливали цветы, потом я его оставила, он здесь поливал. И что ты, со шланга поливал, да? Вот такие у нас сейчас цветы. И вот наш хозяин. Кот и 4. Вчера только исполнилось, да? Он уже знает, он уже где-то год и два. Год и один он уже брал шланг и нес сюда, чтобы я включала. Вот такие у нас тюльпаны. Просто фантастика. Огромные просто. Да, красота. Нюхай, нюхай цветочки так. Делай. Нюхай. Так. Да, вот так, Натанечка, смотри. Вот так, так, так. Ой, как пахнет. Да? Да, какая красота. У Натаниэла ужин. Гречечка. С овощами и с креветками. Бери морковочку. О, морковочку ты любишь. Тепленькая морковка. Ам-ням-ням. Вкусно? Да, я знаю, ты морковку кушаешь хорошо. Вкусно? Ой, как вкусно. Вот такой у нас ужин. И у меня так. Все, что падает, надо подымать. Значит, так вкусно, да? Ой, как вкусно. Креветку. Давай мама порежет креветку. Давай. Да? Да, морковочка. Да. Да. И мама кушает.
Ням-ням, да? Там все, и перчик болгарский, цветная капуста, и брокколи, и аспарагус, и морковка, и лук, и чеснок. Вкусно? Ой, морковка. Он везде только морковку забирает. Давай, как зайчик. Мама еще даст тебе морковочки. Раз тебе так нравится, кушай морковочку. Кушай, мой хороший, кушай. Ты попробуй цветную капусту, вот эту. Очень вкусно, вот это. Посмотрим, как он покушает это все. Кто там? Кто там? Кого мама записывает? Лепиня! Тебе вчера был год и четыре. А ты хочешь достать камеру, да? Вот такие красивые ребрышки у меня вышли. Просто фантастика. Все, уже все упаковано. Готово. Такая красота. Картошечка. Понятно, все тарелки. Класс. Вылези тарелочки уже. Ой, какая красота. Беги, 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 молодец. Побежал. Побежал. А у нас шла сирень. Вау. Натаниэл, понюхай. Понюхай. Да, правда пахнет, мой хороший. Вау, какая сирень, как у нас дома была. А ну-ка. А ну нюхай мне. Понюхай. 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 Ай, ты мой хороший мальчик. Как пахнет сирень. Да, вообще. Вау, как красиво.